Минстрой России совместно с Общероссийским народным фронтом разработал памятку для жителей многоквартирных домов. Памятка охватывает самые насущные вопросы, с которыми сталкиваются миллионы жильцов в условиях самоизоляции. В ней говорится, в частности, о том, как оплатить услуги ЖКХ дистанционно, даются рекомендации по экономии ресурсов и дезинфекции мест общего пользования. Это один из способов помочь людям разобраться в возникающих ситуациях.